Привет, боярин! Добро пожаловать в Москву! Немало нашей столицы за годы смутного времени пережить довелось, но чай оно не в первый раз. А Москва стояла и стоять. Надо тебе по городу походить, поглядеть что да как. Только Москва большая, с утра до ночи пешком ходить можно, и половины не исходишь. На лошади быстрее будет. А если карту откроешь и укажешь, куда хочешь попасть, во мгновение ока там и окажешься. То, что в первую очередь посмотреть надо, я на карте пометил. Самое главное, я расскажу-покажу. А что до остального, дальше уж гуляй сам. Изучай, что душе угодно. Смотри в оба, ничего не пропускай. Слушай мои истории внимательно и запоминай, потом проверю. Чем больше узнаешь, тем легче будет. Не пройдешь мое испытание, снова по улицам пойдем. Ну, добро. В путь, боярин. Ты, боярин, не заснул часом? Ступай-ка дальше, да не зевай. В Москве еще много на что посмотреть можно. Если долго на месте стоять, боярин, ноги корни пустят. Если долго на месте стоять, боярин, ноги... Мостовые в городах раньше делали из дерева. Каменный дом могли себе позволить только богатые люди.
Юродивые часто имели большой вес в обществе. С ними советовались даже цари. В начале 17 века русские города, в том числе Москва, были преимущественно деревянными. Деревянными были и строения, и мосты, и мостовые. Но каменные палаты уже перестали быть редкостью, хотя позволить их себе могли только очень богатые люди – дворяне, бояре и купцы. Зачастую каменные строения сочетались с деревянными. Из камня и кирпича строились парадные помещения, связанные с престижем хозяина и приемом гостей. Распространенным был вариант с белокаменным подклетом, основанием дома, и деревянными помещениями наверху. Многочисленные хозяйственные постройки были полностью деревянными. В начале 17 века но каменные палаты, зачастую каменные строения, распространенным был вариант с белокаменным подклетом, основанием дома, и деревянными помещениями наверху. Многочисленные хозяйственные постройки были полностью деревянными.
Я из Милана. Меня зовут Винченцо. Викентий Фрязин. Еще Иван Великий звал наших мастеров московский Кремль перестраивать. Ваши мастера больше к дереву привычные, а наши со времен Цезаря с камнем работают. Кареты привозились из Европы и стоили безумных денег. Жилые дома во времена смуты обычно строили из дерева.